Сегодня я покажу вам, как сделать естественный солнечный загар. Свежая, здоровая кожа – это то, о чем все мечтают. Итак, приступим. Начнем с тоника Estée Lauder. Теперь надо увлажнить. Я выбираю La Mer. Хорошо увлажняет и при этом не слишком жирный. Нанесем равномерно. Теперь очередь консилера. Наношу его под основу, чтобы он был незаметен. Я использую консилер от Burberry. Наносим только на скулы, на нос. Аккуратно распределяю пальцем, просто аккуратно растушевываю. Это Bobbi Brown, палитра в компактном виде. Выбираю тон потемнее, примерно на 3 тона темнее естественного цвета кожи. Здесь идет линия скул. Наносим по линии откоса. На 2 пальца от уголка губ. Теперь займемся основой. Она все сгладит. Я буду использовать 2 цвета. Один оттенок немного темнее цвета кожи. Начнем с носа, потом под глазами, к линии роста волос, над глазами, под подбородком, спускаемся к шее. Цвет нужно распределить равномерно. Нет ничего хуже, чем загорелое лицо и белые руки. Все должно гармонировать. Замечательно. Теперь берем матирующую пудру от MAC. Она хорошо устраняет жирный блеск. Теперь нанесем светлые румяна от Burberry, только на верхнюю часть щеки. Распределяем пальцами. Они почти прозрачные, придают неуловимый оттенок. Кому-то нравится поярче, а я же использую помаду Burberry нюдового оттенка. Наносим пальцем легонько. Этого вполне достаточно, совсем чуть-чуть. Получился эффект загара.